Приветствую вас, Ирина. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. И, наверное, первое, с чего мне хотелось бы начать, отвечая на ваш вопрос, да, это с того, кому вы обращаетесь? Ну, то есть, кому вы обращаетесь сейчас? К психологам или к эзотерикам? Потому что, ну, вообще-то говоря, психологи не гадают, и потому мы не можем вам сказать однозначно, например, вернется ли ваш муж, потому что это из области предсказания будущего, психологи предсказанием будущего не занимаются. Это первое. Второе. Что важно? Если муж ушел, от вас, то, наверное, у этого есть какие-то причины. Тем более, что уходит он уже не впервые, как вы говорите. Значит, у него есть на это причина. И важно понимать, что это за причина. Какие они? Что из себя представляют эти причины? А не думать о том, вернется ли человек или нет. Потому как, даже если вернется, то опять уйдет, коль причины не будут выяснены. Дальше. Значит, как вести себя в этой ситуации? Ну, смотрите, во-первых, сама ссора, да, вот именно конфликт, если мы говорим об этом, так, да, конфликт. Конфликт сам по себе, он тоже на ровном месте не бывает, по сути. И сначала нужно разобраться с тем, собственно, из-за чего вообще вы ссорились. Ссора была сильная, из-за чего вы ссорили. Каков ваш, лично ваш вклад в ссору, в конфликт, потому что ответственность за конфликт и за ссору несет оба человека, и вы в том числе.
Поэтому здесь очень важно этот момент понимать. Идем дальше. Вина, чувство вины перед мужем, худшее, что может быть, если вы хотите отношения с ним сохранить. Безусловно, извиниться за какие-то вещи нужно, если вы сами с ними не согласны. Но извиняться за то, что вы сами в чем вы сами уверены. Извиняться за это не нужно. То есть позиция должна быть достаточно четкой, достойной, с достоинством, чтобы вы свою позицию несли с достоинством. Вот примерно так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.